Стало известно, почему Варнава выгнала Молочникова из квартиры. Актриса снова находится в активном поиске. 2 года назад началась история любви Екатерины с Александром. Она была его музой и вдохновляла на творчество. Он помог влиться в театральную жизнь столицы. Благодаря режиссеру Варнава раскрыла потенциал драматической актрисы. Но недавно в светской тусовке заговорили об их разрыве. Как говорят, Молочников променял Варнаву на некую молодую любовницу. Речь идет об очередной актрисе, имя которой пока что не разглашается. Варнава узнала об интрижке своего жениха случайно. После этого она собрала его вещи и выставила из своей квартиры. Варнава не стала опровергать новости о расставании. Подтверждать слухи об измене Молочникова она тоже не спешит. Возможно, артистка решила молчать о предательстве режиссера, для того чтобы сохранить работу в его постановках.